всякий раз, когда человечество изобретает новое медиа, оно некоторое время, достаточно длинное, думает, что новое медиа – это как старое медиа, но чего-нибудь. Ну, то есть, там, интернет – это как полиграфия, только как бы кнопочки есть. Там, или там, или если ты из телека пришел, то интернет – это как телек, только программы переключать не надо. Ну, как, вот такая какая-то штука. А это не полиграфия с кнопочками. То есть, там есть новые качества, которые радикально меняют пользовательский опыт, вообще все меняют, другая логика. И сначала возникает технология, которая это позволяет. Потом появляются отдельные экспериментаторы, которые показывают первые прецеденты того, как вообще можно в этой среде жить. Потом это осваивает как бы, ну, бизнес. Да? Mm-hmm. Ну, первый. Развлекательные штуки. Развлекательный, да. Прикладной какой-то. Mm-hmm. Потом это становится как нормой. Да? Потом становится очевидностью. Да, потом как кажется, что по-другому-то. Я не вижу, понятно, интернет вот он вот такой. И для того, чтобы, например, интернет пришел в то состояние, в котором он сейчас есть, да, нужно было сначала, сначала же все делали, там, не знаю, сайты, да, все думали, что сайты, это как буклеты, только в интернете. Очень вообще долго думали. Нужно, чтобы появилось осмысление, появилась контекстная реклама, в экологии поисковой машины, для того, чтобы у бизнеса появился инструмент, который радикальным опытом меняет способ взаимодействия с окружением. После этого бизнесу всего-то каких-то лет 10 объясняли, как с этой штукой играться, он научился, и так далее. Mm-hmm. Да? Значит, с книжками происходит такая же история. Вот есть несколько технологий. Ну, там есть у Wattpad технологии, у Lulu технологии, у нас технология. Мы, конечно, думаем, что наша самая лучшая. И все они пока что находятся в плену предыдущей среды. Не потому, что у нас нет идеи, как дальше, а потому, что наша публика, она очень сильно живет картинкой, к ней артефактом.